В этом видео вы увидите самые неубиваемые автомобили с моторами-миллионниками, которые по сей день пользуются спросом. Toyota Land Cruiser 80. Его шестицилиндровый двигатель объемом 4,2 литра на дизельном топливе очень прост и качественно собран. В нем есть один распределительный вал, два клапана на цилиндр и чугунный блок. Мощность небольшая, всего 132 лошадиных силы, однако надежность конструкции позволяет без каких-либо ремонтных работ проездить до 600 тысяч километров, после чего надо пройти небольшое техобслуживание, что позволит добраться до миллионного пробега. Mercedes-Benz V123. Атмосферный дизельный двигатель объемом 2,3 или в 2,5 литра является общепризнанным рекордсменом по пробегам. Существует множество примеров, когда эта машина без какого-либо капитального ремонта смогла проехать более 1 миллиона километров. Также надежностью выделялись и бензиновые двигатели объемом 3,2 литра на 220 лошадиных сил, имеющие чугунный блок и общий ресурс в 700 тысяч километров пробега. BMW E34. Благодаря обтекаемой форме и низкому коэффициенту аэродинамического сопротивления, автомобиль мог разгоняться без сильной перегрузки двигателя, что позволяло существенно повысить его ресурс. Наиболее надежным до сих пор считается 2,5-литровый двигатель M50, который называли плитой за его монументальный вид. Он оснащен чугунным блоком, 24-клапанной головкой и цепным приводом, что позволяло проходить 500, а иногда и больше километров без ремонта. Данные автомобили до сих пор пользуются спросом на рынке БУ автомобилей. А какой автомобиль выбрали бы вы?